Ну что, куда приехали, а, товарищи? Товарищи, не запутайтесь. А? Да, мы приехали на выставку собак. Еще никого нет. Утро раннее, мы в Николаевке. Да-да-да, друзья. О, пойдемте посмотрим море. Здесь рядышком море. Мы здесь когда-то были с нашими чихуашками. Котик. Здесь такой приятный парк. Такой а-ля СССР. Ну, такое, знаете, очень даже душевное место. И сейчас я вам покажу море. Да, Анушка? Да, мои красавцы? Приехали. В машине спали. Такие вот здесь статуи. Сейчас покажу поближе. И некоторые сюда уже приехали с собачками вчера. А некоторые останутся с ночевкой. Пошли, Ануша, пойдем. Здесь уже еще закрыто с 8. С 8, наверное, на море можно. А, здесь можно открыть щеколду и пройти. В общем, вот море. Всем морька. Всем морька сейчас. Вот так. Хорошего настроения. Пожелайте нам сегодня удачи. Сегодня будет много, достаточно пуделей. Моновыставка. Выставка всех пород. И мы с нашими собачками будем участвовать. Духа, Арпи и Ануш. Побежали обратно. Побежали. Где там наша Женечка? Пойдемте. Пойдемте, мои золотые. Покажу. С этой стороны парк. Маленький, уютный. Достаточно. Сейчас будет много собачек. Зарегистрировано 200 с лишним собак на выставку. Ну, все по времени, по графику. Котик местный. Местный котик. Красотун. Вот сейчас гуляют, выгуливают собачек. Розы цветут. И вообще разные цветочки. И вообще разные цветочки, да, мои красивые. Так, умельчаем. Солнышко встает. Мы сегодня проснулись в 5 утра, чтобы прибыть на эту выставку. Так, ну что? Выставка готовится, готовят ринги. Мы приехали пораньше, как я уже сказала. Да, и заняли место внутри. Ануш, Нептуха и Арпи. Так, Анушку готовим к рингу. Спасибо огромное за помощь нашим друзьям. Ануш, Ануш. А тут красавица, ее тут не видно. Но потом сниму ее. А вон наши визгли, пискли. Смотрите, это у нас черный пудель. Размер? А? Какой размер? Малый. Малый. Сколько лет? 3 года. 3 годика. А как зовут? Айма Мануэс Катор. Мы желаем вам побед. Всем, всего того, зачем мы сюда пришли. Спасибо. Удачи. Так, ну пойдемте посмотрим, кто у нас. Красивущие дети. Привет, ребята. Как вас правильно называетесь? Вильшкор Дюпенбро. Спасибо. Желаем вам удачи. Так, посмотрим, какие у нас тут. А как вы правильно называетесь? Белый шнап, миниатюрный шнап. Ты хвостом виляешь, прелесть. Желаем вам удачи. Спасибо. Сегодня на выставке. Вот происходит знакомство малыша-французика, социализация. Русских, псовых, борзых. Посмотрите, как воспитаны собаки. Ну да, такой вот опыт. Это у нас собака символ РКС. И они приехали участвовать в выставке собак сегодня. Мы пожелаем вам удачи. Спасибо. Это у нас французские бульдоги. Расскажите в двух словах, как зовут, какой возраст? Панамар Барон, годы 7 или 8. Это щенок. Это зовут его Дима, он маленький, ему полгода. Мы сюда приехали, барон на выставку, а он социализируется. Социализироваться. Ну, желаем барону удачи. Благодарю. Барон, мы желаем тебе удачи. А ты социализируйся, малыш.
готовятся, раскладываются, здороваются, знакомятся. Вот такой вот восточник красивущий приехал на выставку собак. Ротвейлер. Так, пойдемте дальше посмотрим. Здесь у нас еще борзые. Так, так, а это у нас там чихуашки. Чихуашечки. Это наша Ануш. Она у нас бэби, ей 5 месяцев. И она немножечко начесалась. И мы с ней пробуем движение, которое она не хочет делать. Ануша, красавица, пойдем гулять? Молодец. Скажи, все, я хочу. Вот, просто мне нужно понять, в какую сторону бежать. Молодец, браво. Молодец. Здесь у нас уже начались ринги. Идет 2 ринга. Еще раз хочу напомнить, что сегодня проводит выставку РКФ, организация Российская кинологическая федерация, Крымская региональная кинологическая общественная организация СКИФ. 2 ринга. И очень много собачек. У нас здесь и ксола, и французские бульдоги, и сверги, и, конечно же, пуделя. Конечно же, красные, черные. И вот здесь у нас проходят ринги. Мы находимся в Николаевке. Авангард. Такие вот черныши. И, конечно же, голос французского бульдога. Ни с кем не перепутать. Посмотрите, какие представители красивенные. И все на меня смотрят. Внимательно, внимательно. Прелести сладкие. Лабрадоры, золотистые ретвейлеры. Тоже сегодня присутствуют на выставке. Маленькие бэбики приехали социализироваться. Чихуашечки, носики, курносики. Привет, ребята! Я покажу, здесь у нас регистрация. Выдают номерочки. А здесь у нас всякие вкусности продаются и нужности. Косметика, препараты. И, конечно же, наши любимые лакомства для собак из города Севастополя снова с нами. Куда же без вас? Это очень вкусно. Собачки тут все просто кайфуют от этих запахов. Но мы будем это кушать попозже, после того, как выставим. Вот такой вот прекрасный ассортимент. Наш любимый, полезный, самое главное, безопасный. Если вы хотите приобрести эти лакомства, пожалуйста, в любую точку России доставка вот по этому коду или по вот такие вот контакты. Рекомендуем, вкусняшки. Так, а здесь у нас ринговочки. Кстати, очень удобно. Я тоже вот здесь покупала. Мне очень нравится качество. Можно выбрать на свою собачку любую. И по цвету, и по... Смотрите, какие всякие с камушками, с бриллиантами. Разные расчесочки, игрушечки, ринговочки, цепочки. Удобные ошейники и, конечно же, игрушки. А как без игрушек для собак? И вот здесь тоже мяско. Тоже можно купить на развес. Здравствуйте. Здравствуйте. И бычий корень, и уши. Ну, все, что любят наши собачки. И, конечно же, бернский зенинхунд. Ты тоже приехал участвовать? Да. Молодец, желаем тебе удачи. Ходят в спортивном манеже. Все достаточно удобно. И еще раз атмосферу выставки. Все готовятся, расчесываются, начесываются. И наши собачки тоже ждут. Да, и страдает здесь больше всех Нептун, конечно. Нравится, смотрите, как она лежит, как приучена собака. Вот так должны быть приучены пудели. Головушка на подушечке, пока мама с ней занимается.
начесывает и готовит ее к выходу. Мы вам желаем удачи. Спасибо большое, взаимно. Вот такая вот малышка сегодня пришла поучаствовать в выставке собак. И да. Эта порода называется? Тринидадская овчарка. Черного окраса. Вот такая вот редкая на сегодняшний день, но уже становится популярной. И сразу хвост. Она еще совсем юная, ну, практически еще ребенок. Еще расти и расти. В рост выросли, скажи, ну, еще будем формироваться. Да, мы тоже черные, мы тоже черные. Желаем вам удачи. Спасибо. Какая прям такая, да? Ты скромненькая. Чернышечка, иди сюда, иди ко мне. Можно идти, можно. А ну ж, иди сюда, иди, моя умница. Знакомься. Такие вот черныши. Чунь-чунь, посмотрите на меня. Вот так. Какие прикольные. Иди, расскажите, пожалуйста, как зовут вашего красавца. Да. Ему сколько? Почти 2,5. Это той абрикосовый, правильно? Да. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Красавцы. Готовится. Ой, мадам, готовится. Красотуля. Да, собушки не разлохматились. Это наши знакомые из Мариуполя, которые тоже сегодня приехали участвовать. Присели на лавочку. Так, давайте напомним, как вас зовут? Ваших Анет. Собак. Анет. Злато. Вот. А у нас Ануш. Анушка. А у вас Анет. Красушка. Анечки приехали. Ну, желаем вам удачи. Спасибо. И мы желаем вам. Вы же черненькими же будете. Ну, и черненькие, и рыженькие. Красотуны у нас из Феодосии. Приехали тоже участвовать в выставке. Сегодня монопуделей и общая выставка всех пород. Смотрите на нашу Ануш. Настоящий пудель. Она лежит, понимаешь? А ты не настоящий. Почему ты все время ноешь? Ах, ты ж мой мальчик. Мы готовимся к рингам, а здесь уже тоже телевидение. Клуб Шико начинает снимать собачек. Вот они. Это отдельный сайт. Началось монопуделей. Первый у нас выступает чемпион. Средний пудель. Черного окраса. А мы вот тут вот такие вот бэбики стоим в очереди. Ануша, Ануш. И готовимся. А сейчас прошло моно русских псовых борзых. Тщательный осмотр судьей. Даже если собака чемпион, ее все равно осматривают как в первый раз. Движение. Помолчи, а? Пожалуйста. Я просто помню, что это сейчас.
тренинг был, я не пойму. Не, я поняла, что я сама. Это и еще наша подруга выступает. Черный будет той. А мы готовимся в ринг с Нептуном. Это наши подарки. Это наши маленькие добычицы. Заваливает перед все. И она вчера заваливала перед. Заколку забыли снять, жаль, заколку. С этим парнем у нас будет сравнение. Нептунчик. 25 сантиметров намерили. Да, молодец. Нептун. Так, 6 на ринге. Итак, продолжается моноподелей. Молодец. Суки юниорки. Молодец. Ай, молодец.
поздравляем победителя. Итак, в ринге сука промежуток. А, юниорки. Возвращаются. Я все равно красавица. Так, сравниваются суки промежуток и открытый. Тои красные. Сейчас выбирается лучшая сука. Длительная, утомительная тишина. И сейчас будет выбрана лучшая сука монопородной выставки Тои. Наша Арпиша стоит, ждет. Браво, молодцы, поздравляем. А я сделаю фотку. Молодец. Сейчас заваливаем чуть-чуть. Давай. Вот. Это наши призы с моновыставки. Вот так очень приятно. Вы получили наивысшие оценки. Лучший кобель, лучшая бэби и лучший представитель породы. А это к нам пришел Нептунович Яша. Он тоже подрастет, немножко шерстку отрастет и будет участвовать в выставках. Да, да, ты хороший мальчик. Ты красавец. Там папа твой, да? Да, видите, как хорошо. Под все равно уже начали. Да, да, да. Вот так. Помнишь их? Помнит, конечно, помнит. Закончилась наша монопородная выставка, а я сейчас хочу показать ринги, что у нас здесь идет. Сейчас посмотрим. Так, кто у нас? Чихуашечка есть. Чихуашечки. Так, у нас сверги. Приготовились.
приготовились. Красавица наша, знакомая мадам. Тут всех пропускают на проходе, да, правильно? Чтобы тут не это. Красавцы готовятся к рингу. Ой, как много вас, красавчики. Покеры. Игли. Привет, красота. Американские покеры. Анкорсы. Так, кто у нас здесь еще? Кто у нас здесь еще? Разные собачки. Английский кокер. Чернышка, красота. Пойдем. Идут ринги. А здесь мы, где получали номерочки, будем забирать дипломы. Вот такой вот еще раз символ РКФ, русская гордость, русская псовая борзая гордость России. Здесь явно чемпионы, как видите, уже корма стоят. Да, эти собачки только что выступали на моно. И вот чемпионы. Поздравляем вас. Спасибо. Так, а сейчас мы посмотрим наших друзей. Видим русский черный терьер. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья. Русские черные. Здравствуйте. Здравствуйте. Красота. Есть мокрый. Есть мокрый. Это в море, да, уже? Да. Ой, какой молодец. Красота. Я видела, что это он сзаду. Да тут прям понятно, что это он. Сзаду я шла. Ну, знаете, в шерсти бывает. Бигли. Сейчас будет выбираться лучшая собака на прозной выставке из всех окрасов. Все? Итак, мы сейчас увидим, кто же у нас победил. Здесь ринг английских кокер спаниелей юниоры. Судья тщательно осматривает собаку. Yeah.
Какие? Бэбики, милые такие. Такие сладкие. А этот вообще бутуз карамель. Шоколад. Предлагайте так не есть. К соло выходят. Красные собаки. Щенок. Это стандартно, да? Это стандартно. А сколько ему? Почти 5. Ух ты, боже мой. Бэби. Даже не щенок. Красавцы готовятся. Сейчас ламберы. А можно немножко? Девчонки в сторону. Чемпионов. Идет описание. На выставке собак всех пород. Движение красотки. Браво! Красавица!
Орфей. Класс промежуточный. Красавица, улыбнись нам. Красавица. Сука, класс открытый. Выбирается лучшая сука той красного окраса. Пошел. Ура! Поздравляем победителя. Поздравляем. Молодцы все. Ну, вы только приехали, да? Да. Ну, готовьтесь. А мы уже все, мы уже сходили. Да? Ага. Тушка, пойдем сходим к морю. Мы уже на сегодня с Нептухой закончили. Выступили, значит, ну, сначала, как вы видели, на моновыставке. Там он лучший кобель. Вот, в тоях. Значит, а на общей выставке мы заняли почетное второе место. Нас обыграл паренек, который занял второе место на моновыставке, а у этого судьи он занял, мы второе, а он первое. Ну, в общем, мы довольны, очень благодарны нашим друзьям-пуделистам за общение, за прекрасную компанию, и поздравляем победителей. Почетное второе место, мы очень довольны, рады, получили наивысшие оценки, оценку отлично, замечательное описание. Единственное, что почему, как объяснила судья, нам дала второе место, он у нас худоват. Отъедайтесь, сказал. Ну, что есть, то есть, не будем скрывать. Но в любом случае в конкуренции очень приятно. Приятно пообщаться с людьми, для новой для нас, нашего питомника породы. Пудель. Вот. А малышка Анушка у нас лучший бэби и пойдет в бест. И Арпи у нас лучший юниор. Тоже очень-очень серьезно похвалили. Ну, она идет в бест. Ну, не знаю, останемся мы или нет, потому что все это очень-очень долго. Много собак. И сейчас подумаем, останемся мы или поедем все-таки домой. В любом случае, все наши свои заслуги мы уже пока получили на сегодня. Вот такая вот история, ребята. Встретимся. Мы обязательно с вами встретимся. У нас много, и так мне интересно с вами. Давайте еще раз. Вот он наш чемпион.
Ну, мы в одной выставке мы чемпион, в одной вы чемпион. Все разделили, чтобы было не обидно. Это наши, родственники из дома Романовых. Это вот дочка, дочурка, вот чемпиончика. Вот. Получаем титулы, получаем дипломы, кто что заработал. И, значит, еще раз хочу показать вот наши дипломы. Энергия ветра, это наша Анушка. Она у нас очень перспективная, лучший бэби. Маркиза Beautiful Star, это наша RP, лучший представитель породы юный чемпион РКФ, Боб. И Нептушка нас занял второе место чемпиона. На второй выставке я вам показала. Он отлично второе занял. Будем толстеть. Вот такая вот история, ребята. Что, ребята, мы не остаемся на бесты. К сожалению, продолжения видео не будет, потому что у нас свои дела. Мы собираемся и уезжаем домой в Симферополь. Оставляем всех друзей. Приветик. Желаем получить всем наивысшие оценки, занять лучшие места в бестах. А мы на сегодня с вами прощаемся. Вот тут вот еще все продолжается. Ринги и бесты. А мы с нашими собачками надеемся, что подарим кому-то свое место. Да, вот так вот высоко. Всем пока! Всем привет! А это наш улов за сегодня. 14 сентября 2024 года мы с нашими собаками из дома Костропула с пуделями сегодня посетили выставку собак всех пород и моновыставку пуделей. И остались очень довольны. Вот такие замечательные подарки приготовил организатор. Проводил выставку РКФ, кинологическая организация СКИФ. Вот такие вот замечательные подарочки мы привезли с собой. С нами было три собаки, наш Нептун, Арпи и малышка Анушка. И мы получили наивысшие оценки прекрасных экспертов, за что благодарим, за организацию. Все спокойно, мирно и замечательно, достаточно быстро. И давайте немножечко поподробнее. Итак, сначала мы посетили моновыставку, и наша малышка по кличке Энергия Ветра, Анушка, стала лучшим бэби, очень перспективная, и за что огромная благодарность судье Синошенко. Дальше показывалась наша красавица Маркиза Beautiful Star, это наша RP, и тоже под судейством Синошенко, она у нас юный кандидат чемпионы клуба, лучший юниор, лучший представитель породы. А также заняла четвертое место в расстановке пуделей. Работать и работать. Собака молодая, очень высоко оценена и очень-очень было приятно. И наш красавец Нептуха получил под судейством Синошенко КЧК. Отлично первое, также он лучший кобель, но, как обычно, мы пропустили, там, смотрю, не дописали, но ничего страшного. Вот такой вот прекрасный, вот такую прекрасную ленту лучшей юниор породы монопородной выставки получила наша Арпи. В общем, вот эту кучу-кучу тарелочек, замечательный победитель класса, все это на моновыставке мы получили. Очень-очень большая благодарность организатору, просто супер. А также такие красивенные розетки, лучший бэби, КЧК, КЧК. Ну, в общем, вот просто в восторге. Ну и вот не обошлось подарком для взрослых. Целых три бутылки можно праздновать, ну и корм для собак тоже очень приятно. А также мы посетили выставку собак всех пород, и также достаточно отлично, значит, судья у нас Адамовская Елена Эдуардовна судила нашу Анушку, очень высоко похвалила, и она лучшая бэби. Значит, наша красавица Арпи лучший юниор, лучший представитель породы, сейчас найду. Вот так вот, столько титулов, юный кандидат чемпионы, юный чемпион РКФ, да, к сожалению, ЦАЦы нам не дают в Крыму, но типа подразумевают, но вы уже знаете. И наш Нептуха получил отлично
второе. Нас обыграл мальчишка, которого обыграли мы в НАМО на выставке. Поэтому поздравляем победителей. Спасибо огромное всем пуделистам, с которыми мы сегодня провели замечательное просто время. Очень спасибо, очень спасибо, очень приятно за такое дружественное отношение ко мне, как человеку новому в породе. Мне очень-очень приятно. Спасибо вам, вот низкий поклон за такое человеческое отношение. И всех ваших собак, конечно же, поздравляем с оценками, с титулами, которые они получили. Так держать. Вот наши собаки прошли на бесты, но мы не остались, потому что у нас дела. И ну, будем надеяться, что самые наилучшие займут самые престижные места в конце выставки. А мы уже дома. Мы уже уехали. Вон, и у нас много забот и хлопот. Вы знаете, у нас растут малыши, поэтому не стали задерживаться допоздна. Нам и так достаточно то, чего мы достигли сегодня. Вот такая вот замечательная поездка. Еще раз огромная благодарность Скифу, организатору, спонсорам, друзьям и всех, кого я сегодня видела. Огромный привет. Обнимаем вас. Дом Чихуахуа и Той Пудель Костропула. С уважением, Екатерина Ковалева. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши. Женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Подарю тебе розы, розы.